Самаре обновили дорожное полотно Южного моста, путепровода «Аврора» и перемычки между ними. По поручению главы города Елены Лапушкиной работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начали на этих участках раньше запланированного срока, в самом начале дорожно-строительного сезона, и завершили до старта дачных перевозок. Состояние полотна после ремонта проверили сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство» и член Общественной палаты России Павел Покровский. Особое внимание уделили деформационным швам. Мы четко понимали, насколько южные ворота города Самары важны для наших дачников. И поэтому данный объект был взят в работу в числе первых. Мы в крайне сжатые сроки и на очень высоком уровне сделали вот этот ремонт. На мой взгляд, конечно, вот эти вот деформационные швы, они, конечно, заметны. Я четко понимаю после разговора с инженерами-дорожниками, что это необходимо, потому что это связано с тем, что все-таки мост является живым существом. И, в принципе, по сравнению с тем, что было, это, конечно, земля и небо. Совокупная площадь ремонта составила около 16 тысяч квадратных метров. На объектах уложена высокопрочная асфальтобетонная смесь «Шима-16» на полимерном битумном вяжущем. Была поставлена задача вывести верхний уровень асфальтобетонного покрытия в одну отметку со существующими деформационными швами, дабы избежать резких перепадов между деформационным швом и новым асфальтобетонным покрытием. Между металлическими пластинами швов оставили литой асфальт, чтобы компенсировать подвижность моста и путепровода. Литая асфальтобетонная смесь может принимать те формы, которые принимают деформационный шов. То есть, если он расширяется, соответственно, асфальтобетонная смесь литая сужается в этот момент. В случае, когда шов наоборот сужается, асфальтобетонная смесь расширяется, что создает как бы эффект не разрушающего покрытия. Новое дорожное полотно оценили самарские водители. Хорошая дорога стала. Раньше прыгали на этих стыках, постоянно приходилось сбрасывать скорость. А сейчас вот все нормально. Заделали все всякие вот эти вот ребрышки, железочки, асфальтиком немножко так приделали. Хорошо стало. Тем временем подрядчики направили образцы дорожного покрытия на лабораторное испытание. Если подтвердится, что работа выполнена согласно ГОСТу и условиям муниципального контракта, они будут в дальнейшем приняты. В любом случае, на всех участках ремонта подрядчики должны обеспечить нужные показатели, соблюсти качество и сроки, отведенные для производства работ. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.